дружба-то наука, по большому счету. То есть это наука не предавать, наука быть грамотным, понимать, чем твой друг живет. Да? Что-то у меня есть, допустим, товарищ один, да, и когда он делает какие-то поступки, ну, там, я могу сказать, ну, раз там он запил, например, да, там сорвался в какой-то момент, да, можно что-то там гавкнуть на него, но я знаю проблему, которая у него есть, и которую далеко не каждый может эту проблему вынести, да, поэтому я понимаю его срыв. Вот это вот настоящая дружба, я считаю. Ты должен чувствовать своего друга, понимать это.